Для гостеприимной и жизнерадостной Анастасии Селиной эта однокомнатная квартира, где она живет с родителями и сестрой, стала местом заточения. У 25-летней девушки диагноз – детский церебральный паралич. Выходить из дома для нее проблематично. К сожалению, в развилке нет условий для людей с ограниченными возможностями. Да и коляска появилась не так давно. Говорит, помог один добрый человек. Вся ее социальная жизнь в интернете. Там она общается с людьми и узнает новое. Но этого Насте недостаточно. Она хочет работать. Вот только никак не получается. Никто не предлагает ей возможности работать удаленно. А других вариантов трудоустройства девушка пока не видит. Главная работа, да. Для меня главная работа. И главное, все вот говорят, жизненная позиция, любовь, дети, доброта. Нет. Главное саморазвитие. Но Настя не отчаивается. Много читает и сама мечтает стать писательницей. Ее любимый жанр – романтическая фэнтези. А книга – «Гарри Поттер». Начать писать ей мешает страх. А вдруг не получится, не оценят. И тут же сама себе противоречит. Это человек, в котором граничат пессимизм и оптимизм. Всегда нужно верить в лучшее. И никогда не сдаваться. И стараться радоваться жизни. Вот. На прощание Настя обещала перебороть страх и начать пробовать себя в писательской деятельности. И кто знает, может, в будущем книги этой с виду хрупкой, но такой сильной духом девушки будут выходить миллионными тиражами. Юлия Погосян, Владимир Бежонов, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.